Благодарю. И пока Годзилла отнимает своего фасилитатора, я вижу, вы его встретите, пожалуйста, выключите. Меня зовут Елена, здесь я с проектом «Айнфри». Как уже было озвучено ранее, существует проблема, что 60% покупателей в интернет-магазине не завершают покупку. Как мы решаем эту проблему? Мы сокращаем количество незавершенных покупок и увеличиваем их примерно на 10%, даря пользователям подарки. Причем подарки те, которые выберут сами. Таким образом, магазин получает лояльного клиента, увеличение покупок в продаже и получает еще одного лояльного клиента, который будет его покупать за счет рекомендаций. Покупатель у нас получает ценный подарок, это не акция, не скидка, а именно что-то ценное, то, что он сам выберет и то, что ему хочется. А поставщик подарок получает потенциального клиента. Таким образом, если говорить о нашем размере рынка, то здесь расчет сделан, скажем так, не полностью, но приблизительно. У нас есть 230 тысяч компаний, это потенциальные клиенты-поставщики, которые могут поставлять нам подарки и, соответственно, платить нам за рынки. Таким образом, 15 миллиардов 562 миллиона – это весь рынок, и если мы из него возьмем 3%, то наши будут более 470 миллионов. А наши ближайшие конкуренты – это GetPoClick, BTL агентство, которое также полагает аналогичные услуги в компании, и Flocktory – это онлайн-сервис, который также предоставляет подобную услугу. Бизнес-модель. Представьте, вы клиент, вы приходите в интернет-магазин, что-то выбираете, и вам нужно, и вы открываете, как правило, несколько сайтов, и выбираете из них, даже где вам лучше купить. И тут вам сайт предлагает подарок. Вы выбираете подарок, всегда получаете его, и получаете возможность порекомендовать этот магазин другу, получить еще один подарок. Если это, например, какой-нибудь театр или кино, представьте себе, вы искали недавно, премьеру, данного любимого спектакля, и тут вам предлагается подарок, как раз билет на ваш спектакль. Вы останетесь счастливым клиентом и, конечно же, рекомендуете другу. Таким образом, поставщик, да, получает вас как, соответственно, театр получается в таком потенциального клиента, и, возможно, вы приведете ему тоже еще клиента. А магазин получает вас тоже как довольного клиента и рекомендацию данного друга, а мы получаем деньги за визит поставщика, то есть с театра и с магазина, который подарил подарок. Команда проекта. В команде сейчас я и у меня до конвеста было еще два удаленных помощника, которые выполняли какую-то функцию. На конвесте ко мне присоединились еще несколько людей. Посмотрим, как сработаемся, возможно, пойдем дальше по проекту. Я вам тоже большое спасибо Семену и Михаилу, потому что все эти два дня меня очень поддерживали и по проекту помогали. А на каком этапе мы сейчас? У нас есть MVP, это работающий сайт, у нас есть более какой-то сети поставщиков подарков, которые уже предоставляют нам билеты в кино, билеты в театр, услуги психолога, да, и подобные подарки. И есть 5 интернет-магазинов, которые уже тестируют эту функцию своих клиентов, также дарят подарки. В принципе, все. Спасибо. Больше в голове появилась понятность и четкость
экспертов слушать приглашаем. Пожалуйста. Подарки, да. Да, вот, кстати, нашим экспертам очень нужны подарки. На самом деле, вот мы с вами разговариваем, слушайте, мне очень нравится правильная вещь. Зачем вы опять полезли рекомендации? Потому что интернет-магазины все-таки им нужно... Им не нужно, поверьте, если вы увеличите хотя бы на 10% вероятность покупки, они скажут вам спасибо и заплатят 100 рублей за каждый совершенно 10, за каждую покупку. Это на самом деле так. Не нужно без рекомендаций, потому что если вы полезете туда, представляете, какой объем работы вы должны сделать, чтобы интегрироваться с театром, со всеми, где будут порталы, которые отвечают на этот пользователь, чтобы дать релевантную информацию, да, чтобы дать релевантный подарок. Это не то, что нереально. В жизни все время, это практически невозможно. Слушай, можно мой пример? Нерелевантная информация может снизить конверсию. У них огромное количество поставщиков подарков. Начиная с разделить на две части, мужские подарки, женские, картинг, боулинг. То есть это все пролистывать надо, да? Нет, а то есть отдалять человека, нажать на кнопки купить. Оплатить. Ну, дискуссионная у вас тема, я скажу. Надо проверять, безусловно. Да. Да. Скажите, пожалуйста, кто разработкой занимается? Сейчас MVP я сделала сама, потому что MVP это не сложно. Я понимаю разработки, я сама еще руководитель, руковожу контактами по разработке разных IT-решений. То есть, в принципе, MVP я сделала сама, это и не составило тоже. А сейчас тестовые внедрения, они в каком виде проходят, что делается? На данном этапе это реализовывалось в виде рассылок, то есть на сайте интернет-магазина устанавливается либо баннер, либо делать рассылка о том, что есть такая акция. И уже смотрели конверсию. Но, как правило, нужно сейчас ждать на разные решения, которые можно внедрить, чтобы это все-таки было диджит и все делалось автоматически. Просто для этого, ну, пока решение было не проверено, это было выше. А начинали мы с офлайн. На себе, но мы с офлайн. Ну, я еще раз эту фразу сказал. Да, во-первых, я знаю порядка 4-5, или, может быть, 5 проектов, которые есть у нас в стране, которые не взлетели, самый живущий оказался в пульсаторе. И, насколько я понимаю, вчера здесь был Руслан Косипсев, который занимался этим проектом. Скорее за него, потому что больше него никто не знает про Крутгифтинг. Во-первых, на двух стульях не усидеть. Основной принцип, что есть клиенты и есть интернет-магазины. С интернет-магазинами очень сложно работать, и вообще нереальное количество времени приходилось тратить всем проектам знакомым, которые занимаются краудгифтингом. Напомню, то, что ВКонтакте тоже начинали заниматься этой темой, там логировало пару человек, эту всю историю мы закрыли. Все не так просто, хотя по-любому люди начнут собирать на эту историю, и сначала я рекомендую все же в данном случае разобраться, потому что уже прошло достаточно много народу с проектом там, по несколько лет, и походили по кораблям, в общем, это не все так просто, и самый оптимальный вариант пока что это платформа а-ля Tilt, или то, что сделал Руслан Косипсев, это Банчикс, но, опять же, без огромных денег они не поднимут, ну, не поднимаются. Tilt поднялся, а на Банчикс пока очень далеко от какой-то реальной жизни. Мы сейчас тестируем, у нас есть американский аналог Каталина, которые занимаются тем же самым, только они подарки магазинам дают за информацию, они за деньги. Но у них это пошло уже с офлайна, они переключились на онлайн, и сейчас такой большой бизнес. Нет, тема очень правильная, но не все так просто, и лучше как следует разобраться, потому что времени очень много уйдет на это все. Спасибо.